Всем привет, и с вами Кейс, и мы продолжаем наш хардкор по Silent Hill. Сейчас у нас будет на очереди первый босс в игре. Для меня он самый опасный босс. Часто на нем подыхал, и раньше на харде он мне вообще не давался. Но сейчас уже как-то приноровился я, что ли, с ним. Ну, в общем, 50 на 50. Умру я или нет. Сейчас как раз и узнаем. Так, крутим левую вправо на один раз, а правую влево на два раза. И вот наш проход открылся. Лечимся. Берем в руки дробаш. И идем к нему. К боссу. Спускаемся на лифте. Я раньше тупил на нем. Смотрите, как мы его быстро очканули. Ну все, у нас школа закончилась. Пора домой. Так, берем ключ Гордона и сваливаем из этой школы. Уроки закончились. Все свободны. Так, открываем двери. А, берем в руки назад пистолет. С дробаша нам стрелять нельзя. Не сюда. Открываем дверь и убегаем отсюда. Сейчас нам нужно в этот домик Гордона направиться. Но по пути мы с вами заскочим школьный автобус. Осмотрим его. А тут у нас две настоечки. Боярышник. Для Гарри. Так, ну и теперь бежим в домик у Говарда. Это вот сюда, вот сюда, в подворотню вот. Сбегаем. Остановись-то. Добиваем собаку. Сбегаем на его территорию, Гордона, и открываем ключом его квартиру. Так, вот тут берем патрончики. И еще патрончики берем. И валим отсюда. Сейчас наша цель — это церковь. Бежим. Нам вон туда. Так, игнорируем эту тварь. Так, тут сейчас на лавочке еще один боярышник. Так,
забираем его. Мусор берем, еще одну пачку патронов. Убиваем собачку. Берем бензопилу. И бежим к церкви. Вот она, наша церковь. Открываем, входим. Так, ну это все понятно. Так. Берем со стола флаурус и ключ от разорного моста. И боярку одну. И все, и сваливаем отсюда. Больше нам тут делать нечего. Теперь бежим к разводному мосту. Это наша цель. Но по пути мы еще кое-куда заскочим. Убиваем одну собачку. Давайте в гараж заскочим. Берем канистру. И пачку патронов. И сваливаем отсюда. А, собачка респаунилась. Ну еще раз ее убиваем. Ее, видимо, два раза надо убивать. Ну ладно. Давайте сюда заглянем заодно. О, с одного выстрела пало. Так, давайте вот сюда заглянем. Тут возьмем патрончики. Пистолетные патроны, дробашные патроны. И теперь уже бежим к разводному мосту. А, еще кое-куда заскочим сейчас. Так, бежим, бежим по мосту. Заскочим вот сюда. Берем отбойный молоток и поднимаемся на второй этаж. Берем карту. Так, бояршник. И сюда вставляем ключ разводного моста. А, и давайте подметимся. И теперь бежим в новый Silent Hill. Давайте мы сюда заглянем. Пачка патронов, берем ее. И теперь наш путь больница Алчимила. Бежим к ней. Да отвалите. Блин, летучая тварь. Так, ну и бежим к больнице. Вот она. Собаки ждали.
Так, одна сдохла. И вторая сдохла. И заходим в училище. Вот наша новая локация. Больница. Активируем. Забегаем в дверь. Так, сейчас сюда. И сюда. Берем аптечку. Берем карту. И убегаем отсюда. Теперь сюда. Теперь сюда. Так, теперь сюда. Вот сюда. Берем карту подвала больницы. Теперь сюда. Берем ключ от подвала. Выходим отсюда. Так, теперь сюда. На кухню. Здесь мы берем бутылочку. Пластиковую. Так, боярышник. Стоит на руке. Так. Теперь сюда. Собираем улики. Кровь. В эту пластиковую бутылочку. Любой бы так сделал. Ну, нет. Теперь открываем подвал. Бежим вниз, спускаемся. Так, тут тараканы. Давим тараканов. Забегаем в генераторную, врубаем питание. Убиваем одного таракана. Заходим в лифт. Ну, поехали на второй, что ли? Давай на второй. Попробуем. А, заперто. Не откроем дверь. Давай на третий. Куда еще? Давай на третий. И опять заперто. Черт, что же нам делать? Куда дальше? Бабах! И нам четвертый этаж упал. Неожиданно. Четвертый этаж. Ну что ж, мы очутились в альтернативной с вами больнице. Бежим. Сейчас нам нужен сначала третий этаж. Поэтому сбегаем сюда, сюда. Берем черную пластинку. Так, эта дверь у нас закрыта. Так, убиваем ее, берем еще одну боярку и выходим отсюда. И убиваем сестричек. Так, теперь сюда. Так, берем патроны для пистолета. Берем кровь. Пакетик. И берем аптечку. Выходим. Так, тут заперто. Теперь сюда берем желтую пластинку.
Теперь нам нужен первый этаж. Так, берем три боярки в автомате. Больше не дает. Так, берем розовую пластинку. Убиваем этого. И этого. Берем боярку. И выходим из кухни. Так. И забежим сюда. Берем пачку патронов. Выходим. Так, теперь нам сюда. Убиваем одного доктора. Так, теперь нам нужен второй этаж. Убиваем сестричку. Берем зажигалку. Еще одну сосиску берем. Вот здесь используем нашу кровь. Берем последнюю, четвертую пластинку, зеленую. Отлично, взяли ее. Так, давайте боярки выпьем. Так, ну и теперь уходим отсюда. Теперь нам вот сюда вставляем наши 4 пластинки. Так, розовый сюда. Ну, розовый или красный. Так, зеленый сюда, синий вот сюда, и желтый вот сюда, и заходим. Берем ключ от подвала. Точнее, от комнаты в подвале. Мочим еще одну сестричку. Берем дезинфекцию. Можно сделать. Так, дверь закрыта. Так, убегаем его сюда. И берем тут аптечку. И убегаем отсюда. Убегаем сюда. Так, и теперь. Нам нужен портал.
спускаемся в подвал. Генератор на скотче. Возьмем кирку. Так, и теперь вот сюда. Так, тут у нас патроны к дробовику. Тут патроны к пистолету. И отодвигаем шкаф. Тайная комната. Подвале больницы. Ну что, заходим. Так, обольем дезинфекцию. Дезинфекцию. Так, и теперь это подождем, чтобы хорошо горело. О, горит. Хорошо горит. Так, ждем, пока там все выгорит. У нас проход. Проход от. Ну что ж, бежим по тайной подвал. Тут еще одна. Первый этаж, наверное. Выходить из этой больницы уже пора. Так, сейчас сюда. Вот так вот. Поднимаемся по лестнице вверх. Открываем вниз, налево. Вот эта комната. Доктор, убьем его и все. И выходим из больницы. Was I dreaming? Так, берем ключ со стола. От антикварной лавки. Зеленый лев. Так, и направляемся туда. Так, бежим по улице. Убиваем собачку. Кидаем ее хорошенечко. Так, и тут еще одна собачка. Есть. Вот, получаем шахта. И теперь бежим к антикварной лавке.
проваливаем эту тварь и заходим в лавку зеленый мех. Включаем фонарик, бежим и видим штаб. Пароход. Перематываем катсцену. Пропускаем ее и заходим сюда. Берем топор и выходим отсюда. Сейчас у нас будет альтернативный город. Сейчас у нас новые враги появятся. Вот он, я, падла, ставят меня в дневнуху. Так, лечимся, срочно лечимся. Ненавижу этих тварей. У меня очень много времени отнимает. Собака оставила меня, не до тебя. Забегаем вот сюда, в дыру. И поднимаем свой эскалатор. Бежим еще сюда вот. Так. Возьмем патроны для винтовки, которые нам очень пригодятся. И аптечку. И выходим. Проваливаемся. Сейчас у нас будет второй босс. Берем винтовочку нашу. И охотимся на нее, как вам удобно. И стреляем вот в этого червя. Пока он не сдохнет. Альтернативный город продолжается. Сейчас нам нужно прибежать до альтернативного. Игнорирует всех тварей, которые здесь. Они здесь просто бешеные. Пытаемся их маневрировать. Не сюда, немножко. Чуть-чуть дальше, так бежим. Сейчас у нас с вами третий босс будет.
вооружаемся покрепче винтовочкой. И поднимаемся на лестницу. Возвращаемся в нормальный город, освещенный. Так, возьмем в руки пистолет. И теперь мы бежим. Нам, у нас теперь с вами будет канализация. Это последняя локация в этой сети. Вот бежим к ней. Покидаем новый Silent Hill. Бежим все время. Сейчас бежим, и сейчас нас перенесет к сразу в Дешколу, вот то место. Вот. Так, мы попробуем открыть, но что-то нам мешает. Замок. Ржавый замок, старый. Выстреливает. И дверь открылась. И спускаемся в канализацию. Так, тут у нас сейчас новые враги появятся. Вооружаемся покрепче. Так, сзади нам хорошо досталось. Убиваем этих тварей. И лечимся. Так, теперь бежим сюда. Берем патрончик, винтовки, очень нужный патрончик. Так, теперь сюда. Тут берем всякие патрончики, дробовику, пистолету, боярку одну. Так, и бежим вот, вот сюда вот. Нет, не сюда. Вот сюда бежим.
здесь идти направо. Вновь направо. Добавим вот это. Так. Берем карту канализации и ключ. Тварей много пойдет. Убиваем эту тварь. Так, теперь бежим сюда. Так, и открываем ключом вот эту дверь. Еще парочка тараканов. Даем их, берем патрончик к пистолету. Боярку одну. И теперь вот сюда. Тут у нас зеленая тварь. Убегаем ее. Тараканы нам очень сильно для выбивания. Звезд для того, пока не все. Тараканы нам очень хорошо расправляться. Так, ну, идем теперь сюда. Так, где еще таракан? Где он? Нету. Ладно. Сюда. Так, вот бежим до крови. Вот кровь. Берем в воде там ключ. Так, и тут у нас сваливай, мать их, пожалуйста. Убегаем от него. Винтовку.
вызываем этих тварей. Так, хорошо, убили. Теперь сюда. Все, и у нас уже больше половины игры пройдено. На этом вторая серия у нас с вами закончена. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся уже в завершающей части. Самая короткая часть осталась. Самая трудная у нас позади. Всем удачи и пока.